за Дорохова Андрея Анатольевича проголосовало 517 избирателей или 2,66%. За Железняка Петра Ивановича 1323 избирателя 6,79%. За Ковалева Александра Владимировича 11240 избирателей 57,72%. За Пшеничникова Владимира Игоревича 4967 избирателей 25,51%. За Титова Евгения Сергеевича 650 избирателей 3,34%. По единому избирательному округу картина складывается следующая. За Полевское местное отделение партии «Единая Россия» отдали голоса 9283 избирателя, что составляет 47,67%. За Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» 1789 избирателей, что составляет 9,19%. Российская партия «Пенсионеры за справедливость» в Полевское отделение 1114 голосов избирателей 5,72%. Региональное отделение Свердловской области политической партии «Гражданская платформа» 334 голоса избирателя 1,72%. Свердловское региональное отделение РЭП «Зеленые» 1534 голоса избирателей 7,88%. Партия «Яблоко» Свердловской области 2333 голоса избирателя 11,98%. КПРФ 1570 голосов избирателей 8,06%. И Свердловское отделение ЛДПР 792 голоса избирателя, что составляет 4,7%. В соответствии с распределением депутатских мандатов, которые приняла сегодня наша Полевская городская территориальная избирательная комиссия, Полевское местное отделение партии «Единая Россия» получает по единому избирательному округу 5 депутатских мандатов. Также по одному депутатскому мандату получит партия «Справедливая Россия», все партии, перечисляю, которые преодолели 5% рубеж. Полевское отделение Российской партии «Пенсионеров за справедливость», Свердловское региональное отделение РЭП «Зеленая», партия «Яблоко» Свердловской области и Свердловское областное отделение политической партии КПРФ. Партия «Региональное отделение Свердловской области «Гражданская платформа» и партия ЛДПР в распределении мандатов принимать участие не будут, так как не набрали достаточного процентов голосов избирателей для того, чтобы получить депутатские мандаты. По двухмандатным избирательным округам, тоже сегодня мы все решения протокола окружных избирательных комиссий получили, и картина там такова. По первому двухмандатному избирательному округу, избранными депутатами Думы Полевского городского округа 5-го созыва, являются Малашников Олег Владиславович, выдвинутый политической партией «Единая Россия», и Морозов Дмитрий Евгеньевич, выдвинутый политической партией КПРФ. По двухмандатному избирательному округу номер 2. Избранными депутатами Думы Полевского городского округа 5-го созыва являются Ананьев Александр Сергеевич и Егоров Олег Сергеевич. Выдвинуты оба кандидата были политической партии, местным отделением политической партии «Единая Россия». По двухмандатному избирательному округу номер 3. Избранными на основании решения окружной избирательной комиссии избранными депутатами по двухмандатному избирательному округу номер 3 являются Ботницкая Елена Федоровна и Поспелов Константин Сергеевич. По двухмандатному округу номер 4 избранными являются Аникеев Андрей Анатольевич, партия «Зеленые», Юсупов Борис Калимулович, партия «Единая Россия». И по пятому двухмандатному округу избранными депутатами Думы Полевского городского округа 5-го созыва являются Кулбаев Игорь Анатольевич и Филиппов Дмитрий Васильевич. Коротко скажу, что не обошлось у нас без различного рода провокаций на выборах, но полиция вовремя сработала. И жалоб, замечаний ни в участковые избирательные комиссии, ни в окружные избирательные комиссии, ни в территориальную избирательную комиссию на процесс голосования подано не было.